Этот и другие материалы Первого Приднестровского есть на нашем сайте. Найти нас можно и в социальных сетях, и, конечно, в YouTube. Подписывайтесь и вы. А мы продолжаем. Уже скоро в школах республики раздастся первый звонок. Начнется новый учебный год, а с ним и ставшая уже традиционной декада «Внимание, дети». Пройдет она с 1 по 10 сентября. В этот период сотрудники госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам передвигаться с включенным ближним светом и в дневное время суток. В образовательных учреждениях проведут лекции и классные часы. Детям расскажут о правилах дорожного движения и поведения на дороге. Если в прошлом году у нас подразумевалось выставление нарядов дорожно-постовой службы вблизи школы, учебных учреждений, а также на аварийно-опасных участках в два периода, то на сегодняшний год мы предусмотрели выставление постов в три периода. Это имеется в виду утреннее время, обеденный перерыв и вечернее время суток. В ГАИ говорят, главное – безопасность детей. И такие мероприятия дают результат. Если за 7 месяцев прошлого года в авариях пострадали 19 детей, в этом за аналогичный период почти вдвое меньше.